имеют огромное значение и способны полностью изменить вашу жизнь. Пожалуйста, не игнорируйте это видео. Это послание из сердца Божьего, чтобы благословить твою жизнь сегодня. Но прежде чем вы продолжите, оставьте свой лайк, чтобы это видео дошло до большего количества людей. Подпишитесь на канал и активируйте маленький колокольчик, чтобы получать больше подобных посланий от Бога. Бог говорит, что завтра наступит день, когда Он одержит невероятную победу для вас. Готовы ли вы получить это благословение от Бога? Напишите: «Я с верой готов получить эту победу, неожиданное благословение». В этом месяце к вам очень быстро придут благословения и хорошие новости, которые изменят вашу жизнь. Деньги будут падать на вашу жизнь как дождь. Напечатайте: «Я овладеваю им». Бог говорит, что в ближайшие 24 часа вы получите неожиданные чудеса. Если вы досмотрите это видео до конца, завтра, когда вы проснетесь, проверьте свой телефон, вы получите прекрасную новость, которая может изменить ход вашей жизни. Бог говорит, что Он убирает все препятствия с вашего пути. Деньги придут на ваш путь. Сентиментальное благословение придет к вам, и вы будете счастливее, чем когда-либо могли себе представить. Напишите: «Я принимаю это благословение». Бог пошлет вам великое благословение. Бог говорит, что завтра тот особый вопрос, о котором вы беспокоились, получит положительный поворот. Вы получите хорошие новости, которые изменят все в вашу пользу. Вы наблюдаете за этим не случайно. Все образуется. Это подтверждение того, что все будет хорошо. Бог работает над вашим чудом, и в следующие выходные вы получите крупную сумму денег, которую не ожидаете. Не игнорируйте этот знак, скажите: «Я верю этому слову». Бог говорит, что вы вступаете в новый мощный этап своей жизни, и с этого момента ваши благословения будут умножаться. Бог говорит: «Я создал тебя с определенной целью, ты не случайность. Я люблю тебя». Напишите: «Я люблю тебя, мой Бог». Бог говорит: «В этом году в вашей жизни произойдет большой поворот. Ты получишь неожиданные благословения, хорошие новости и много чудес». Бажаешь изменить свое життя? Тоді забирай секретну технологію заробітку в Інстаграмі від 40 тисяч гривень на місяць. Мене Микита звати. Я відкриваю дверь, которую не зможе закрити ні один чоловік. Ти – мой возлюблений, і я ніколи не забуду тебе. Бог говорить: «Плани, які я маю для тебе, намного більше твоїх. Це плани мира і великого процвітання в твоїй житті». Напечатайте «Амінь». Я понял. Имейте веру, сосредоточенность и дисциплину, потому что этот год будет наполнен безграничной любовью, чудесами и восстановлением. Бог говорит: «Дитя мое, иногда я удерживаю тебя, пока дорога к месту назначения не станет ясной и безопасной. Очень скоро ты получишь хорошие новости, потому что я уже меняю твою ситуацию. Ты вступаешь в новый сезон благословений. Приготовьтесь к этому». Напишите: «Я готов к этим благословениям». Бог говорит, что нужно быть благодарным за все, что у тебя есть сейчас. Тогда вы будете готовы получать и быть благодарными за все, что придет. Благословение уже в пути. Бог говорит: «Сын мой, ты слишком много беспокоишься. Помни, что для меня нет ничего невозможного. Завтра утром ты получишь чудо, которое решит твои финансовые проблемы. Ты скоро получишь все, о чем молился, потому что Бог все тебе обеспечит. Не бойся, ибо я с тобой. Не унывай, ибо я твой Бог». Напишите «Аминь», если вы верите этому слову. Бог говорит, что все, о чем вы молились, встанет на свое место, и Он удивит вас своей добротой. Вы любимы Богом, и Он заботится о вас.